И снова здравствуйте, Blender 2.8, погнали разбираться, что тут да как дальше. Сравним сейчас карты пространства именно в Blender, pardon, и в ZBrush 2019. Так вот, спаяем две программы и сравним их уже разом. Так, убираем баннер, левая кнопка мыши, убираем вот этот куб, жмем Delete на клавиатуре. Колесико отдаляет, приближает, зажатое колесико крутит, вертит. Или на нанпаде можно нажать семерку. Нанпад — это именно только цифры под правую руку на клавиатуре. Кто не знает. Так, следом заходим в Add, находим Mesh, находим план. Колесиком уменьшаем, клавиша S все это дело вытягивает. Теперь заходим в Add, находим Mesh, находим куб. Колесиком можно подкрутить вот так все. На трансформ переключаемся, кверху поднимаем, чтобы его видеть. Вот так. И колесиком можно приблизить. Так, теперь Select Box отключаем трансформ. Заходим вот в эту вкладку вот эту. Называется она Context Word. И находим вот этот color. Нажимаем левой кнопкой мыши на вот этот значок кругленький, находим Environment Texture, находим папку, открываем папку, нажимаем Desktop и загружаем именно вот эту карту пространства. Open Image и переключаемся на Render, Display Render Preview. Вот это третий значок переключения вот здесь вот. Вот сейчас он подгрузит. И будет Forest Less. Колесико отдаляем. Все это дело зажимаем колесиком. Можно крутить. И вот мы в лесу. Вот такая карта пространства. Так, как цвет поставить именно кубу. Это в прошлых роликах. Повторяться не буду. Ну и погнали, теперь сравним, как да что именно в ZBrush. Прежде чем идти в ZBrush, давайте зайдем в Яндекс, картинки и введем по-английски Environment Map. Можете остановить ролик и приблизить, и посмотреть, и записать, как это по-английски все выглядит. Именно вот здесь это все. И вот они, карты пространства. Можно их скачивать. Нажимаете на карту пространства. Правая кнопка мыши, скачать изображение как, и скачивайте на рабочий стол. Я уже давно скачал, так что это делать не буду. Здесь уже, надеюсь, у вас непонимания не будет. Так, следом заходим в ZBrush. Программа ZBrush 2019. Сразу высвечивается у нас Lightbox. Возьмем давайте собачку. Вот так вот. Нажимаем два щелчка левой кнопкой мыши. И теперь зажимаем левую кнопку мыши, и все это дело вертится, крутится. А вот удаляется здесь Alt и левая кнопка мыши. Alt бросаете и вводите с зажатой левой кнопкой мыши. Вот такое дело. Заходим в лифт, находим Background, текстуры. И скачанную текстурку подгружаем импорт с того места, куда мы ее сохранили. А сохранили мы ее на рабочий стол, допустим, или в какую-нибудь папку. Вот там и ищем. Так, крутим, вертим, находим, открыть, подгружаем, ждем. Вот такая карта пространства. Левая кнопка мыши зажата, вот так все тут вводится. Вот такая штукенция прикольная. Можно именно делать скриншот или рендер вот на такой вот уже площадке, типа собака где-то гуляет. Вот такое дело. Shift — левая кнопка мыши выравнивает, Alt — вот так левая кнопка мыши и Alt сжатая опускает, ну и левая кнопка мыши крутит. Вот уже собака гуляет по газону. Ну или можно просто лепить на фоне вот этого вот именно карты пространства. Все, всем пока, до свидания. Лайк, дизлайк, как обычно.